Еще одна проблема, которую принес ураган, это повреждение линий электропередач. В первый день без электроэнергии остались 170 тысяч человек. К сегодняшнему дню электроснабжение восстановлено почти везде, но все равно более 8 тысяч человек третий день сидят без света. 35-й, 36-й на той стороне, 37-й, 38-й и там 39-й. И там дальше еще 40-й. У нас по всей Чингарке нет света. Ураганом веткой оборвало провода. К сожалению, провода у нас были срезаны неизвестными лицами. Аварийные бригады приезжали по нашим заявкам, но они разводили руки и уезжали. Потому что цена вопроса, почему у нас третий день обесточены 6 домов по улице Чингарская, это 50 метров алюминиевого провода. Бригады работают, в первую очередь они устраняют аварии в домах высотных, где лифты и где нет газа. До нас они неизвестно, когда доберутся. Сегодня пятница, даже и не приезжать ничего. А потом суббота и воскресенье, все. Питаемся одноразовой вермишелью. Да даже двое суток, это уже много. Я смирялся там, ну, то есть прошли сутки, я понимал, все прекрасно понимаю. Но третьи сутки это уже перебор. По состоянию на 14.00 1 июня 2018 года без электроснабжения остаются 75 населенных пунктов, 12 муниципальных образований, 8238 жителей. В ликвидации последствий отключения электроснабжения задействованы 177 аварийно-восстановительных бригад от энергетиков, 643 человека, 227 единиц техники. Кстати, как сообщили представители МЧС, они вместе с сотрудниками энергоснабжения будут работать все выходные для того, чтобы все-таки восстановить энергоснабжение.